Рустем Яхин – автор более 400 песен и романсов на стихи татарских, русских и зарубежных поэтов, считается основоположником татарского романса. Его музыка – словно зеркальное отражение души своего создателя, многогранна и неповторима. Музыка искренности и душевного порыва, она легко перешагнула порог третьего тысячелетия. В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершился 4-й фестиваль классической музыки имени Рустема Яхина. На заключительном концерте «Яхин-гала» были представлены жемчужины музыкального наследия выдающегося татарского композитора. Песни и романсы Рустема Яхина исполнили известные певцы российской и татарской эстрады Дина Гарипова, Алина Шарибжанова, Динар Шарафетдинов, Зарина Вильданова, Ильгиз Закиев и Люса Хузина. В истории татарской, сейчас, если мы берем ее, есть люди, которые стали легендой, которые являются вот таким эталоном классического звучания, теми людьми, которые создали вот ту самую классику, которую мы сейчас любим и которую мы сейчас поем. Рустем Яхин как раз один из тех людей, основоположников, на мой взгляд, которые вот он смог придумать, создать столько композиций, которые по сей день звучат, по-моему, очень актуально, красиво, мелодично. И даже переаранжировывая по-новому эти композиции, они находят новое дыхание, очень по-свежему звучат. Мне кажется, мало кто сейчас может написать вот такие песни, которые могут исполняться годами, поколениями и будут звучать всегда настолько красиво. Фестиваль классической музыки имени Рустема Яхина впервые был организован в 2015 году. Его основная идея – развитие и пропаганда национальной музыкальной культуры. В разные годы в фестивальных концертах принимали участие Нани Брегвадзе и Нина Шацкая, Александр Гиндин и Рэм Урасин, Михаил Казаков и Филюс Кагиров, камерные и фольклорные коллективы Республики Татарстан. Мы, приглашая именитых наших исполнителей, будь то Нани Брегвадзе, мы обязательным условием ставим то, чтобы в репертуаре было именно одно произведение Рустема Хаджиевича. И это исполняется из года в год, они приезжая, даже некоторые оставляют у себя в репертуаре эти произведения. Необычное эстрадно-джазовое звучание песням и романсам Яхина придал симфо-джаз-оркестр, состоявший из музыкантов филармонического оркестра и камерного оркестра «Ля Примавера». Зрители, пришедшие на концерт, услышали в эстрадно-симфоническом сопровождении не только известные произведения, но и редко исполняемые сочинения композитора. Для меня впервые исполнять его композиции именно в таком стиле, в эстрадно-джазовом. Для меня это было что-то новое, но неизведанное, интересное. Мне хотелось это попробовать, потому что все привыкли слушать именно в одной манере, а сегодня здесь у нас совершенно другая. Одна из участниц «Яхин-гала», заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова, рассказывает, что ее знакомство с творчеством Рустема Яхина произошло еще в детстве. Папа в молодости пел очень много романсов на русском, на татарском языке. И я помню, что среди этих романсов были, естественно, и романсы Рустема Яхина. Свои первые композиции, вот самой такой яркой, наверное, для меня запоминающейся стала песня «Ошанам». Я поняла, что очень сложно исполнять его песни, потому что они настолько музыкально сложны вот в построении. Они очень понятны и просто звучат для слушателя.
и довольно сложно исполняются для исполнителя. В этом есть какая-то гениальность вот создателя именно Яхина, потому что он смог очень правильно все придумать и очень правильно преподнести, чтобы для людей это была как своя такая народная музыка.